Сегодня 4 марта. Первые свои шаги осваивает Максим Быков. Мы решили запечатлеть, потому как предполагаем, что он станет большим спортсменом, чемпионом. А ему эту запись потом недорого продадим. А может быть и дорого. Смотря какую медаль выиграет. Максим, ты готов к своему первому спуску на воду? Да. Но мы тебя далеко не будем выводить. Пока что здесь поковыряешься вот так. Давай, дружок, поделай вид, что ты гребешь. Вот, видишь, ты делаешь одну опасную ошибочку. Сильно глубоко весло под лодку засовываешь. Не надо так глубоко, не надо. Ниже руки опусти, ниже руки опусти. Вот, чуть-чуть уже возьми. Уже. Да. Есть шире, а есть уже руки. Это когда руки друг к другу ближе становятся. Чуть-чуть, да, вот так. И потихоньку краешком весла пока что. Краешком весла. Вот так. Поворачивай, видишь, не повернул лопатку. Посмотри на лопату. Вот так, да. Ты так интересно мизинцем держишь весло, я тебе потом покажу. Посмотри, чтобы одинаковое расстояние было. От лопатки слева и справа руками. Вот так, молодец. Вот тебе сегодня задание здесь. Берега сделать 500 грибков вперед и 300 грибков назад. Делаешь сотню вперед, сотню назад, понятно? И так меняешь. Молодец. Я прям вижу, как ты станешь чемпионом. У тебя на левой руке указательный палец почему-то не сгибается. Ой, согнулся. Не забывай, что весло нужно в руке проворачивать немножко, чтобы каждая лопатка входила в воду правильно. В одну сторону, потом в обратную. Да, давай, только высоко не поднимай весло. Чем выше ты поднимаешь весло над головой, тем меньше у тебя устойчивости, понял? Центр тяжести переносишь вверх. Старайся работать пока что внизу, потихоньку, не торопясь. У тебя-то соревнование еще есть 1,5 месяца. Как удерживать баланс, если тебя наклоняют в какую-то сторону? Положить что и куда? На воду с правой стороны, правильно? Если тебя качнуло на левую... Да, при этом нужно продолжать крепко держать весло. Попробуй несколько раз слева, несколько раз справа положить весло на воду. Быстро. Давай, пробуй. Справа, раз положил. Слева. Хорошо, продолжай вести. Ты уже выполнил задание? Сейчас будем тебя отталкивать потихоньку. Готов? Я тебя сейчас толкну чуть-чуть. Бояться не надо, ну, бояться надо, но чуть-чуть, понял? Да. Вот здесь будешь крутиться, влево, вправо, вперед, назад, вон туда, вон туда, не выезжать, понятно? Да. Вот здесь крутишься, вот где уточка. Спиной не упирайся. Высоко не поднимать руки. Работаешь половиной лопатки. Спокойненько, это твои первые шаги, нервничать не надо, медаль сегодня не дадут тебе. Смелее, смелее. Если ты не будешь ничего делать, ты не ошибешься, ну и не приедешь к мостику. Хорошо. Слева затормозил, слева. Молодец. Активнее, активнее тормози. Ты же на велосипеде не головой тормозишь стенку, правильно? Ты... Останавливаешь его полностью до стены. Так и здесь нужно остановить лодку. Разверни полностью его. Право поворот. Право. Право. Право стоп. Право стоп. Еще, еще. Отверни туловище назад немножко.
Не голову, а туловище. Молодец. Ну отлично, первый круг сделал, так и продолжай. Ну ты уже немножко освоил повороты при тормаживании. Сейчас я сяду в моторную лодку, мы с тобой проедем 300 метров. В одну сторону, понял? Сядь ровненько. Нет, ты сидишь не посередине лодки. Руки ниже опусти, вот так. Хорошо, и спиной не упирайся, сейчас я тебя поводишь. Все, Максим, делай задний ход. Отъезжай от мостика. И за мной поехали. А? Ну вот за мной езжай. Хорошо, хорошо, смелее, смелее. Хорошо, хорошо, поехал. Обходишь вокруг мостика справа налево, понял? Да, да, с правой стороны влево поворот. Хороший поворот сделал, молодец. Вынимай весло из воды, не держи его там долго. И Бог сделал и вытащил. Перекур? Сигареты взял? Молодец, наверное, не курит. Тебе холодно, еще хочешь? Ну давай согрейся, пошел. Так, ну что, ты закончил? Ну давай, дружок, выходи. Заезжай так же, как и был. Твой первый урок закончился. Сейчас я подтяну немножко. Оп, вот так вот. Аккуратно ноги не замочи. Погоди, я тебя потяну еще чуть. Все, красавчик. На тебе лапки. Выходи аккуратно. Имею в виду, на борта нажимать нужно одинаково, что слева, что справа, а не с одного боку. Понятно? Иначе лодку перевернешь. Давай, Петушок. Ты доволен? Да. Красавчик.